Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Горностаев Александр. Совсем недавно в соседнем доме поселился замечательный сосед. У него есть хобби разведение и содержание голубей, как вы можете видеть на этом видео. Удивительные птицы голуби. За ними можно наблюдать часами, что я иногда и делаю, когда появится у меня свободная минутка. Бывало, встану просто постоять у окна, послушать и посмотреть их воркование и ухаживание. Как порой слышно через пластиковое окно. Правда, хорошо наблюдать за брачной игрой у голубей зимой, когда нет листвы на деревьях. Когда-нибудь я напрошусь к нему посетить его пернатое хозяйство, если позволит, конечно. Почему голубя называют птицей мира? Понятно, что и все это аллегория. На самом деле голуби являются обычными птицами. Thank you.
наблюдательный пункт. За голубями. О чем думаешь, Сима? Я за мир во всем мире, за то, чтобы на земле никогда не было войны. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.